Большинство россиян одобряют арест активистов Greenpeace, пытавшихся высадиться на Приразломную. По мнению 30% респондентов, для защиты национальных интересов России в Арктике все средства хороши. Об этом свидетельствуют данные Левада-центра. Еще 26% опрошенных полагают, что активисты представляли реальную опасность для нефтяной платформы. Однако есть и те, кто выступает против столь радикальных шагов. Так, 15% полагают, что акция экологов была мирной формой протеста, а не преступлением. Еще 12% россиян уверены, что правоохранительные органы защищают интересы нефтяных компаний.